Это, я кофе пью. У тебя завтра нет планов? С Лешей можешь посидеть? Он что-то начал кашлять. Ну, а если к тебе привезти, посидишь? Узнавание, просто поменяться пока это. Надо думать вообще. Потому что одна не может поменяться, вторая не может. Одна не знаю, будет ли из отпуска выдергиваться или нет. Завтра, да. Давай. Ну, через Ничего. 10 напишет. Че, Лех? Санкаляцию будем делать. Куда? Куда? В легкие. Сейчас мама санкаляцию сделает. Ингаляцию сейчас будем делать. Дышать. Ты что, у нас подкашливаешь, да? Да. Заболел, да? Да. Ну вот. А папа тоже. Это мама заболела. Мама, да, мама тоже заболела. Папа, это кассетку. Ингаляцию. Поставь на комод. Я у тебя кассетку. Подожди, что ингаляция? Может, конечно, это так что-то? На всякий случай. Вот, так безопасно ездить. Отстань. Вот это мое невезучее место. Это здесь 140 калина. Ребят, у него такая проблема, когда включаю поворот, смотрите. Я пойду идти. А это ведь кассетка. А что-то, что у нас есть вообще, Настя? Может, у нас нету? Бывает и черная ночь, темная ночь какие-то. Ой, Настя, ну зачем ты все говоришь, что у нас есть? Не надо вообще говорить, что у нас что-то есть. Ты, Лёх, точно заболел-то? Да. А то что-то непонятно как-то. Но. Все, больше нет, понял ничего? Последнее. Так, а мы сейчас будем стричься. Прическу мне делать будем. Стрижку. Сейчас дадим. Я, по-моему, покупал там, да. А? Все лопнуло. Что? Миксер или что он там включил? Да. Так, давай второй. Так, сейчас почистим. Не надо, папа. Что, не снимать? Не надо снимать. А, ну ладно. Там вообще битком. Так, мы тут сушили одеяло на балконе, которое вот столько с него пуха налетело. Не брызгай. Целое.
битком. Просто что-то я заметил, какая-то штука. А? Что-то там только что упало, интересно, что-то. Мне там сейчас натрясешь, что-то там выбирать. Ну, я буду купаться. Колокотил. О, сколько? Что там? Ну, что ты туда-то все делаешь? Сейчас будет проваливаться в эти дырки. Сегодня, в общем, Леху мы решили в садик отправить. Потому что он вроде как нормально себя чувствует. Ты, Лех, себя нормально чувствуешь? Да. Немножко подкашливает. Раз в 10 минут. Да, Лех? Да. Ты заболел? Да. Ну ладно. Так, и сегодня утром, в общем, было какое-то плохое утро. Подключают горячую воду. Вот у нас этот самый есть полотенцесушитель, и он почему-то потек, потому что в нем стала течь холодная вода вместо горячей. Вот он капает здесь. Не знали, что делать с утра. Все уходим на работу. Тут течь обнаружена, а вдруг она прорвет потом со временем. В итоге поставили ведро. Вот столько вот накапало с утра за 10 часов. В обед я приходил. Было мало, смотрел. И еще у нас утром сломался кулер. Точнее, не сломался, а кто-то не уследил, что воды не осталось. И там сработал термопредохранитель. Теперь он не греет воду. Надо его будет разбирать. И нажимать там кнопочку, чтобы он опять грел. Вот такое сегодня было утро хорошее. А я не знаю, то есть ты будешь себя хорошо чувствовать. Алло. Может, ты вызовешь эту аварийную, пускай они сделают. Там больше того капать. Сколько накапало? Ну, на дне там. Ну, сейчас больше того капать. Она тоже, кажется, за три. Не знаю. Попробую. Просто если мы ее сегодня не вызовем, не знаю, когда мы ее сможем вызвать. Посади клоек. Скажи, потек полотенцесушитель. Капает. Угу. Все сильнее и сильнее. Давай, позвонишь потом еще. Ага. Алло. Сейчас придут. А, давай, жду. Ага, давай. У нас сегодня потек. Воду отключили. С утра. Воду отключили. Спасибо. Ну вот и все. Че, Лё? Ремонтировали кран. Он просто его подтянул силой до конца. И не знаю. Посмотрим, что это даст. А где у него шприц-то и чем нос пшикать, вычистить? Поставил на полке. На полке? В его где? На столом полка, которая. А чем промывать-то? Тоже там. А там все есть? Да. Ладно, давай, что делаешь? Ничего. А, давай. Угу. Так, у Лехи что-то насморк, да, появился, Лех? А я могу еще поигрывать. Вот, могу вот так, вот. Я хрип, да? Да. Давай. Алло. Алло. Где идешь? О, в больнице. А надо тебе в магазин зайти. Зачем? Купить Лехе молоко какое-нибудь. Он хлопье будет. Хорошее. Я имею в виду. А вот здесь в какой больнице? Детской? В поликлинике. А, может, в Ярче зайдешь? Ну, она же не тут. На главную выходить. Ну, это квартал, пройтись. Ладно. Просто возьми там булочек, может быть, завтра получше будет. Теперь съедем. Ладно.
температуры не будет, посмотрим. Ну вот, булочек возьми на всякий случай. С ветчиной. И попить сок или чай там. То. Ага. С собой. Ладно. Давай. Давай. Так, у Лёхи, в принципе, проблема с соплями сейчас. Да, Лёх? Да. Температуры вроде бы нету. Подкашливает немножко, да, Лёх? Да. В садике было нормально. После садика тоже. Сейчас что-то вообще сопли. Почему под моим тапком куча? Потому что я её смел туда. И закрыл моим тапком? Да. Своим ещё не закрыл. Потому что на мне они были. Молоко надо, Лёхе. Ты купила? Да. Сейчас, Лёх, это сделаем. Здесь даже не подует ничего. Хотя по воздуху поступать. Что, посмотришь, что купит? Его попробовать. Булка такой, печенье было такое. Да, зачем? Это с сыром какая-то, с каким-то, две таких. И одна. Хачапури? Нет, курник с курицей и грибами. Палочка с брынзой с сыром. Ты вытащил? Да. Я думал, куда еще. Все, устанавливай. Заблокировался. Он не хочет, да? Ну-ка, дай я там посмотрю, что там он скачал. Ставим, Лех, дверь за котлеткой к аллергологу. Нормально себя чувствуешь, да? Да. Я сегодня спал нормально? Температуры нет, да, Лёх? Нет. Можно ехать? Да. Сегодня с работы отпросились, я. Да. Маме сегодня в ночь будет, надо. Поэтому надо побыстрее, Лёх, ехать сегодня. Успеть все. В глобус, к аллергологу. И хотим еще купить куропаток в Твери. Вот такие планы сегодня. Сейчас мы с котлеткой поедем. Угу. Я вовсе взял лук. Давай ставь. Еще у тебя классно, не зарядился. Он снимает красным так. Так, мы хотели ехать вообще по аллергологу где-то, наверное, в марте. Но он был в отпуске месяц. Что потом такое? На учениях не было записи. В итоге едем только в конце июня. Сейчас, Лёх, пойдем. Ага. Шорты, ну ладно. А еще, Лёх, есть? А? Баба тебе что дала? Красные, черные есть. Давай сюда поставлю, вот, будешь брать. Ладно? Уже поспела смородина, видишь как? Что, у вас пакетов нет в машине? Пакетов нету. А, сходи. Не будем же мы их по 15 рублей там покупать. Сейчас 5 штук. Вот. Пакеты у нас в море. Это можно поесть, вот. Да. Вкусно? Да. Ну и ешь пока. Я чуть-чуть поел. Ага. Кислое? Да. Или вкусное? Кислое. А другую возьми, вон черное там есть еще. А черное сладкое? Да. Ты этот, положи чехол-то
Вот так вот сделай. О. Вот так подозрительно. Угу. Что, щелочки нет? Папа, мама. Угу, я мама. Ну, пошли. А? Пошла и ты новая. Второй. Мы тут тоже 25 стоит. А мы сейчас заправимся. Мы сейчас заправимся и поедем. Потом ко мне придешь. Попить надо, да. Подожди, папа. Я сейчас тебе в шорты одену. Так, давай встань пока. Так, лёг шорты ещё надеть. Это жарко сегодня. Сколько сегодня, я не знаю. Обещаю самый жаркий день сегодня. Что был? В субботу? 31. Так, а сейчас у нас... Сейчас у нас 23. 29 будет. Самое жаркое. Вот в субботу будет, да, 31. Потом еще в понедельник 31. Я сейчас приду, Лёш, схожу, подписываю тоже. Залезаю пока, да? Ага, пока так. Оставлю тебя. Какая-то штука валяется интересная. О, так это ж, если я не ошибаюсь, гидроусилитель, что ли? Дюралевый, алюминиевый. Похож. Надо будет взять на металл. Примерно килограмм полтора алюминия. А? Чё? Давай, ешь. Угу. Остановились. В туалет сходить. Алло, мы приехали. Приехали? Да, в поликлинику сначала. Уже время. Ясно. Как там ворота? Нормально. Подкашивает немножко, а в целом нормально. А сопли? Сопли. Есть сопли у него? Да. Сейчас у нас с утра были. С утра были. Я
ел, он смородка красная. Ест. Да? Да. Надо ее пробовать, блядь, обвалится скоро. Ага. Надо ну, обрывать, давай. Замораживать. Звоните, звоните, пишите. Давай, пока. Так, мы приехали к аллергологу и еще к одному врачу, но это будет вне кадра, второй врач. Лех, грязь не трогай, салфетку чью-то. Лех, там не лази, там грязно, ладно? Здесь собираем у нас лопухов. Жарко им бедным. А? Жарко им бедным, они черные. С открытыми клювами он стоит. Ага. Пойдем дальше. Ну, я ж нажал. Думает. Тут народ, в принципе, мало. Ну. Да. Положи в карман. В карман положи пока. В карман положи. Не-не-не. Давай я тебе помогу. Тут Лёх не клади, тут не надо мусорить. А карточка врача? А потом у него надо забрать ее будет потом? Все, понятно. Спасибо. Вот у меня телефон делался. А? Телефон куда-то делся. Папа, я разу уже колобка. А, молодец. Ну, где ты? Я шуроди его ложил. Или он в машине остался? Моя блазета закройся. Закрою еще? Да. Есть все что угодно, кроме него. Зачем ты? Я просто хотел посмотреть. Что? И в телефоне посидеть пока. А-а-а. Его нету. Он же, наверное, в машине остался. Его здесь нету. Ладно, пошлите. Давай, садись здесь. Чтобы спите. Давай к одному, ко второму. На твою сумку. Ну, что? Здравствуйте. Что, нет еще? По телефону тебе говорит. А к психологу зачем? Сейчас я позову еще добегу. А там есть комната? Нет. Нет, там вышли. Врача нет. А, врача. Перед нами он еще, Настя. Перед нами еще там пришли. Там никого нет. Да? На 11.30. Блин, один номер как. А вы на сколько? Да мы уже были у нее, мы на спирограмму. 12.30, да? Да. Ой, ну пошла я тогда. Куда? Посижу. Там еще посижу. Ага. Сейчас люди еще пойдут. Они куда-то уже ушли. Пойдем. Про карту вам чего сказали? Что она у меня, да? Мне ничего не сказали. Давай пока. А он ушел. Я забыла взять, он ушел уже куда-то. На обед, наверное, пошел. Так. Это ваша. Так, последний раз были у меня. Были в январе, да? Да, должны были в марте прийти. На марте я училась. Значит, на тот момент рассказывали, что в ноябре болели, да? С одышкой, с хрипящим дыханием. Декабрь болел, но без одышки. Так.
когда с вами в январе встречались, то был как раз кашель на физическую нагрузку, и в течение дня тоже был кашель. Потише, Люкстер. Потише сделай. Молодец, сидим. Не хотел убрать нельзя. Потише, вот так вот сделаем. Вот так пускай будет. Назначила мандулкас на 3 месяца и пульмикорт на месяц. То есть это было мандулкас вы должны были закончить принимать в марте, а пульмикорт в конце января. Да, но да? Все так и сделали? Да, но мандулкас вы принимаем до сих пор. А, не прекращали? Да, да. А пульмикорт, как закончили время в январе, больше не... Ну, когда начинала заболевать, мы делали пульмикорт тоже. Угу. Так, расскажите, пожалуйста, сколько раз болели, пока мы с вами не виделись? Ну, почти каждый месяц, только в мае он не болел. Вот в июне сейчас второй месяц, вот как раз он сейчас болеет тоже. Угу, ну, так каждый месяц по разу. Угу. Но жалобы-то в основном на сопли, да? У него сопли и кашель, ну, такой, как бронхит, вот такой вот прям. Угу. Ну, бывает, что... Ну, в основном всегда даже у него такой хрипящий, такой, тяжело дышать. Угу. Вот такой. Угу. Хорошо. Так. Алёш, давай, давай послушаю тебя. Вот сейчас иди он как пока. Раз вот у нас какой. Ну, третий день у нас. Приболел. Снимайте. Снимите кофточку. Так, на. Сопли-то какого цвета у тебя сейчас? Прозрачные пока. Прозрачные? Хорошо. Давай горло посмотрю. Ну, дышит хорошо. Да. То есть ничего здесь будет у нас. Так, давай. Язычок мне покажи. Пошире горло. Во. Горло тоже спокойное. То есть сейчас в основном сопли и как будто. Пока он не хрипит. Пока он не горло. Все. Давай 40. Ну, в прошлый раз были у нас на коже, были всяческие расчесы и так далее. Сейчас-то я смотрю, что чисто, да? Нет, ну, чисто сейчас. Ну, как бы есть у него тут на пальцах, он чешет, допустим. Здесь немножко, ну, мы мажем, оно проходит. Перестаем угу. мазать, оно появляется. Угу, угу. Молодец. Иди сюда, Леша. Леша. Леха, иди. Пальчик мне сюда свой клади. Так. Вот. Остальные пальчики рядом. Вот так вот.
маленьких пальчиков не считывает. Ну ладно, все, больше я тебя отвлекать не буду. Так, диагнозы оставлю прежние. Единственное, что добавлю я аллергический ринит. И хочу тогда, чтобы вам еще назначу консультацию Лора и мазочек бы из носа на эозинофилы сделать. Вы сегодня к Лору не записаны? Нет. Сейчас спрошу у него, успеем ли мы сделать сегодня мазок. Мазок из носа. Так, по нашим рекомендациям, то есть диета, режим, все остается. Уход за кожей остается. Вот, при обострении на коже у нас с вами идет адвантан. Да? Вот. Монте Лукаст мы продолжаем, мы не прекращаем. Это у нас лекарство, которое контролирует заболевание. Но помимо Монте Лукаста я добавлю еще лечение носа. Вот. Сейчас-то, конечно, мы лечим вот эту вот вашу простуду, которая началась. Но это не аллергический кашель? Сейчас нет, сейчас простудный кашель. А кашель в течение такого длительного времени, это вот больше за счет аллергического как раз ринита. Вот. Что сейчас по носу? В нос. Давайте мы сейчас виброцилом покапаем. Лучше в виде капель, потому что маленький он еще. Так. По одной капле 3 раза в день. Три раза в день на 7 дней, то есть на неделю. Так, здесь пишем. 7 дней. Вот. После виброцила, когда закончился прием виброцила, то есть через 7 дней, в нос мометазон, да, это назонер, торговое название, или дезринит, вот любой из них, по одному плеску вечером. Один месяц прям полечить вот так вот нос. Так. И вот еще что. Значит, через 10 дней мы с вами давайте возьмем измиген. Это иммуномодулятор. То есть он усиливает иммунную защиту в носоглотке. Вот. Значит, через 10 дней, да, написала. По одной таблетке рассосать 10 дней утром. Утром, значит, встали, поели. Достали эсмиген, под язык положили, ну то есть как конфетку, рассосали, 10 дней подряд делаем, 20 перерыв, 10 делаем, 20 перерыв и еще 10 дней, то есть 3 курса. Вот. И давайте мы тогда с вами встретимся, больше учиться я не буду. Так, на прием, сентябрь, октябрь вы ко мне приезжайте. Хорошо? Ага. А вот эти таблетки без еды можно, просто он утром перед садом не ест? Можно. Можно встали, зубы почистили, начинаете собираться, и таблеточку подложили, а он как раз ее рассасывает. А вот это вот лечение аллергеном с 5 лет, пока рановато ему, да? Пока рановато, пока он у нас еще маловатенький. Вот. А вот с этим, что он при нагрузке, при беге, допустим, вот начинает, ну, типа подкашливать, пока ничего не делать? Пока мы, да, у нас, мы пока это контролируем Монте Лукастом, вот эту ситуацию, чтобы она у нас не развивалась в бронхиальную астму, да? Вот. Потом, я думаю, что это больше нос у него вот эти жалобы дают. Мы полечим нос, если не получится, тогда будем уже на постоянной основе что-то принимать для легких. Сейчас пока не назначаю, потому что хочу вот за счет носа
эту ситуацию разрешить. Так. Вот это у нас называется «Из Микен». Я просто написала состав, а торговое название пишу ручкой. А вот это вот у нас называется «Сыр». Так, ну а все остальные названия как есть, так и есть. Это вам на руки, а для Клору списала в соседний предмет, сейчас я приклею и карту ему вашу отдам и спрошу его насчет мазка. Если не получится, то пусть он просто посмотрит нос, свое заключение нам даст, ладно? Хорошо. Так, а что, потом к вам зайти или как? Если мазок сделает и будет готов, то зайти показать. Если нет, то тогда это просто, нам в карту нужно заключение Лора обязательно, если я ставлю аллергические линии. Нужно, чтобы он его подтвердил. Разборки между нами и страховой компанией хочет, чтобы мы... Ага, понятно. Так, три свой планшет. Да. Так, все, да? Так, спасибо. Спасибо. Так. Вклеила вашу запись, ну как, ваши карточки. Да. Все, хорошо, ладно. Сейчас скоро поедем. Сейчас скоро еще зайдем. Ты все не расстаешься с планшетом? Леш, куда пошел? Ты иди сюда. Кушай пока, покушай. Леш, иди сюда, пока не захоти. Дует. Иди или хоть туда сядь лучше. Тут дует. Там дует холодно? Да, нет. Так, все, заходите. Угу. Да, я поставил, но мне нужно от Лоры заключение. Понял. Идите ко мне. Заходи, заходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите на ручку. Где живете? Ржев. Кто-нибудь садится. Мама, папа. Мама садится. Так, вот сюда, да? Тут мне доктор объяснил, как основная, она хочет... Ой. Так. Просто сидим. А чихает, чих есть? Бывает, сейчас иногда бывает. Нос потеряет, любит? Да. Глазки краснеют? Бывает. Тоже краснеют, да. Мам, папа, аллергики нет? У меня нет. Вообще нет у нас. Зайди, мама. Я вот так поможу носик. Ручки обхватите, держи. Вот так, обе ручки, мама. Обе руки не обхватите. Посмотри на меня. Это щекотка. Не смогли забрать. На обед, наверное. Вам не надо номер карточки. Идите, попробуйте еще раз. Какой там кабинет? Карточку он мне не дал. Он сказал, что медсестра нужна, он даст только медсестре. Да, пришел уже. Все, я вам ничего не нужен. Я там то, что вы ему написал. Хорошо. Мазочек взял. Мазочек отнесете в 104-й кабинет. Спросите, когда будет готово. Ну, примерно час. Ну, то есть где-то без 15-2 будет готово. Берете мазочки. Поедем. Сейчас поедем скоро. Все, поняла. Пойдем пока. Спасибо, до свидания. До свидания. А. Подождать. Пойдем пока сюда, Лех. Чего? Сейчас подождем маму, давай. Поедем сначала, Лех, покупать кое-что по объявлению. Потом поедем за котлетки. К
хватит. Где там мама у вас? Тебе понравился врач Олег? Нет. Нет? А что он тебе делал? Нос залазил, да? С этим мазком, наверное, мы не успеем уже никуда. Придется сейчас, наверное, ехать по объявлению, там просто до 3 часов она лёгла. За котлеткой еще успеем лёг съездить. Съездим быстро, приедем. Ну, вам надо приехать? Да, она идет до Москвы. Да. Не скрипи. Четыре года. Не надо, пускай открыто будет. Ее ж не закрывает, видишь? Все, спасибо. Так, все, занесется, все, поняла. Спасибо. Ну что там? Пойдем. Все, пойдем. Надо мазок отнести в 104. А потом что? Потом надо... Подожди, подержи, я у нее спрошу сейчас. Возьмите одну бумажку в анарке, в свою домашнюю. Все, спасибо. Подожди, сейчас я спрошу сейчас, врача. Сейчас, подожди. Надо лишь к ней заходить. Извините, можно спросить? Спросить можно? Подожди. А, сейчас вам карточку принесут, а мазок надо вам потом принесить? Да. Ну просто я не знаю, когда, через час, возможно. А, вы будете. Да, все. Я буду вас ждать, я буду. Все, знать, все, 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 поняла. Да, спасибо. Ну что там? Спросить, когда будет готов, потом забрать его и идти к ней. А до скольки на работу? Может, мы она тогда... сказала, она будет знать, что мы придем, она будет ждать. Она будет еще работать, сказала. А? Сказала, будет еще работать. Не, может быть, мы успеем съездить? Да, за этим. Это может и успеем, она сказала. Возможно, через час надо спросить. А-а-а. Хотя бы за перепелами съездим точно. Ну, за перепелами съездить, да. Там у нас булочка, Леша, осталась пока перекусить. Видишь, нам тут дали ходить туда-сюда теперь. Так, садись сюда, Лёх, там дует. Да, типа, не доставай, сейчас уже пойдем. Сейчас пойдем дальше. Есть кто? А, хорошо. Угу. Да. Идем дальше. Да, через час будет готов. Ну что, съездим пока или что? Да, поехали.
Поехали пока, Лёх. Да, перепивали? Потом да. Сюда опять. Давай. Пока так получим. Так, пойдем. Пойдем. Давай кофту сейчас снимем там. Выйдем. Там жаровня. Давай, давай. Так, сейчас ты можешь за перепилами доехать. Это... Так, давай снимай. Как раз, наверное, сейчас. И кепку оденешь ему? Сейчас. Как раз, наверное, час займет. Подожди, мне не 100 рук, надо еще... Где это кепка? И обратно сюда. Надо отсюда как-то в 5 еще выехать, чтобы успеть на работу идти. Слышишь? Да, да. Ну, если... Давай, Леша. Ну-ка, повернись-то. Я думаю, должны успеть. Сейчас сколько время? Час? Час, да. Ну, 2, получается, мы заберем. Потом в глобус. Ну и все, успеем, и все. Ну ладно. Мы здоров. У него в последнее время только нос, да. С носом проблемы. Ну вот, наверное. И из-за носа все опускается ниже и начинает подкашливать. Ну, значит... Может быть, наверное, что-то с носом. Мне кажется, надо его сначала нос, да? Прежде всего, самое главное. Ну вот, лечить. Он там написал что-то. Сейчас мазок будет готов, и потом к ней. А что он сказал вообще по носу-то? Так. Он сказал, что я увидел, я написал в карточке. Ага. А мазок мороженое кто-то, Леша, да, пойдем. Лёх. Остальное, типа, ну, мазок будет готов, уже к аллергологу пойдете, она посмотрит. Вторая пролетарская. Нет такого здесь. Попробуй пролетарская напиши. Что идет? Попробуй. Пролетарская, вторая улица. Дом 38. Сколько же там километров до нас? 4,3. В принципе. Здесь пробки еще есть, конечно. Так, а куда нам сейчас? Налево, направо? А, туда, да? Я его пристегнула, а не ты? Вот это вот. Ты пристегнула, Леша, или нет? Вот, встал еще. Нету. GPS сопровождение активно. Да еще и не выехать теперь. Тут место есть, можешь сюда подвинуться. Тут еще место есть. Я ж не могу в бок ехать. Не, ну когда выруливаешь, так нибудь. Скоро поедем, Леша, у нас тут еще пару дел есть. И поедем. Булочку будешь пока? Ягодки, огурец. А видишь, надо еще сделать кое-что. Заехать. Потом опять сюда приехать. Здесь хотя бы бесплатно сейчас лоры прошли. Ага. У нас же нет лоры. Там по определенным дням, и то не знаю, есть он сейчас или нет. То есть только платно. Отсюда бы еще выехать. Ну вот он тут уже будет. Следующий, наверное, дом. Налево. Или как? 38-й. Ну, по-моему, здесь покупали улитку, не? Так, 34-й. Это, наверное. 36-й, значит, вот тут, наверное, красный. 38-й будет. 38-й? Да, вот 38-й, да. Сейчас тогда развернусь. Так, коттедж какой-то. Где у тебя это, как переводить можешь? Сейчас выйдем. Мы еще не приехали туда, Леш. Сейчас мы у тети, я же тебе говорила, купим. Потом мы заберем анализы твои. Тебя дядя, помнишь, доктор, врач? Из носа что, брал. Поиграй пока. А, ну пока что-то. Не надо, жарко. Сейчас мы купим, Леша? Сейчас купим, ты пока поиграй. Играй. Папа, здесь нет котлет.
мы еще не приехали. Мы тебе скажем. Яйца купили, маленькие, да? Маленькие такие, перепелиные. Не, они разобьются. Такие вот такие маленькие, маленькие. Мама, я хочу взять. Ну, ты их разобьешь тоже. Давай домой приедем, будешь смотреть. Папа, я хочу взять. В магазин приедем сейчас попозже, я тебе одну дам посмотреть, ладно? Там малюсенькие курочки, маленькие-маленькие такие, птички. Желаем вам приятного пути. На, веди сюда. Иди, 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 иди. Активы. Папа, ледяная машина. Угу. Время у нас 1:30. Вот как раз. В 2 часа будет готово. Сейчас скоро поедем. Ой, скоро поедем. Так, приехали обратно в поликлинику. Надо палку достать. Еще бабочка. Да, да. Ага. Где здесь спуск к речке-то у нас? Что-то нету. Да, тень от камеры. Ну пойдем мы туда дойдем до набережной. Вон там теплоход идет, пойдем посмотрим. Быстрей. По речке теплоход идет. Вот тут спуск есть как раз. Нашли мы с тобой спуск. Сейчас вот здесь с тобой спустимся. Вот он, да. Так, тут Лех, что у нас вообще по спуску-то? О, Лех, тут нам не спуститься с тобой, не. Тут не спуститься. Пойдем туда-туда. Теплоход посмотрим с тобой. Чё? Тупик, да? Сейчас маму дождемся и поедем за котлеткой. Я уж сам есть хочу. А? Яйцо дам одно, да. Вон теплоход, смотри, идет. Видишь, по речке? Да. Вон какой большой, да? А я не катался на нем. Не катался, да? А? Я тоже не катался. Да. Я не катался на нем. Ага. Но там же не было. Владимир Ершов называется. А вот это тоже не было. Да, сейчас уедет. Тут мы можем с тобой спуститься, в принципе, Лёх, ты в курсе? Если захотеть очень. Будем спускаться? Сейчас мы тут с тобой спустимся. Сейчас подожди папу. Здесь что я? Так, да, тут сейчас будем спускаться. Сейчас я камеру поставлю. Это надо запечатлеть. Так, давай пока сюда. Ты придумал. Опа.
Держись пока, стой здесь, сейчас я спрыгну. Опа. Опа. Так. Так, сейчас я тебя за руку возьму, подожди, давай. Сюда пойдем. Опа. Все, спустились мы с тобой. Ой, какая лёгкая птичка, смотри, сидит. Вот тут, смотри, какая птичка. Видишь? Кто это? Не знаю, куропатка, наверное, какая-то. Я в них не разбираюсь, Лёх. Иди поближе, посмотри. Я не знаю, а что она не летит-то? Сейчас, наверное, полетит. Вон, видишь, полетела. Куропатка, пускай будет. Что там? Муха сидит. Что они делают? Вот это моя бабушка, большая папа. А вон лестница-то где? А что мы ее не увидели? Пойдем. Тут у нас туалет, я так понял. Опа, крапива, смотри, аккуратно, Лёх, не трогай. Я не буду трогать. Вон опять теплоход идет, видишь? Вон, видишь, по речке. Вот камешки-то, как ты хотел. Вот тут можно, Лёх, на камешек вставать, смотри, сюда вставай и кидай с него. Вон там рыбки плавают всякие, видишь, вон? Где? Вон, на плите, видишь, вон там? Вон. Да, вставай сюда на камешек. Вот так вставай. Какие же они красивые. Вон, видишь, рыбки много вон там. Вон, видишь? Какие же они красивые. Кидай в них, камешки. Слизняк? Ну что, они боятся камешков. Рыбки убежали, уплыли. Здравствуйте. Испугались. Алло. Ты звонил сейчас? Да. Что не берешь-то? Ну, потому что в помещении у меня не было звонка, просто пришло уведомление. Mm-hmm. Ну, у аллерголога мы были, он нас направил к вору. Вор взял мазок, сейчас ждем результат. Угу. Добавили ему диагноз еще один. А? Добавили диагноз еще один ему. А-а-а. Аллергический ринит. А-а-а. Лех, промочь ноги. Вот это не надо, далеко. Он там кушает, вот кушает, ему дают что-нибудь? Немного. Какой-нибудь магазин. Да, да. Сейчас глобус поем. А эти перепелки? Купили уже. Лёх, подальше отойди. Сейчас промочь яйца, ноги. Яйца перепелки, да? Да. На сколько вышло? 1200. О, дешевле. Угу. Понятно. Ну, давайте, ладно. Ага. Давай. Ну, глобусе будешь, позволишь. Ну, что, еще угу. Подумаю. Давай, давай. Пока. Стекло, Лёх. Стекло твое.
Ты встань на камешек, Лех, чтобы оно... И с него забирай все. Вот на эту, на квадратную. На плиту встань и с него забирай камни. Вот так сюда встань, вот. И с него вон там камни много можно собрать. Вот рыбки. Рыбки, да, кидай в них. Испугайся. Сейчас маме позвоним, спросим, что она там. То уже 2 часа. Нам в 5 уже сюда надо выезжать. Даже, наверное, раньше 5. Где рыбки есть тут? Ну что там ты? Сейчас, подожди. Наверное, можно нам потихонечку уже идти, Лёх, к машине. Пойдем пока, да? Подожди-ка сейчас. Там мама уже нас сейчас будет ждать. Пойдем пока потихонечку. Пока придем. Алло. Алло, ну что, вы там же? Ну идем сейчас к машине. А что, все? Ну все, я сейчас выхожу уже из здания. Ну все, мы тогда к машине идем. Давай. Где наша машина-то? Не помнишь, что-то я не вижу. Пойдем. А? Кто поймал? Ты поймал? Нет? Я? Ага. Давай сразу оденем. Какая тебе кружина? Ну что там сказали-то? Мы еще еле отказались, получилось. Сказали приходить через час, я у них еще спросила, сюда приходите брать? Они сказали, да. Купить, нет? Прихожу, а там уже лабораторию закрыта. Я пошла, типа, они сказали, мы высылаем бесплатно к врачу. Я пошла к ней, она говорит, ко мне не высылали. Мы можем к вывозке. Отправила медсестру эту от Лора. Она принесла. И там 11 этих эозинофилов, короче. Чё? Это подтверждает, что у него аллергический ринит. Лучше пока лечить, как она написала, нос. И потом будет видно. Типа, ну, дальше. Если не будет хвататься. Будет, ну, как бы меняться ничего. Папа, не будет, что... Ага. Я слышу, Лёх. Аллергический ринит. Так, адрес. Пошли. Пошли. Какая жара, даже машина не остыла. 95 градусов. Лёх, ну вот как не вовремя все. Подожди. Тут даже уже и встать негде. Вот тут встану я. Вот я Октябрьский проспект. Думаю, я не знаю. Где твоя кепка? Подожди. Мы сюда ехали 6 километров 40 минут. Было светофоров 15 точно. По пути. И на каждом минимум 100 секунд ждать, а то и 200 с чем-то.
кофточку. Да. Проводник хочет. Топом уже не делаешься. Ну там уже да, я думал, ты не будешь пить. Давай, клади, потом возьмешь. Во, вот какие возьми колеса. Да. Все отлично, а сейчас даем, папа. Угу. Ой, на машину сел. Воробей, да. Он на машину сел. Вот он воробей. Вот он воробей. Вон она, да, Лёх. Застёгивать не будем его? А? Застёгивать не будем? Холодильники будут эти. Угу. Ну вы пока едете, я тут пока немножко похожу тоже. Ладно? Ну я хотел пиво посмотреть. Ну, пойдем. Ну вы где есть-то? Тут около хлеба. Около хлеба? Я там был недавно. Просто не было. А? Я там недавно был. Иду к вам. Мама здесь. Давай. Такой энергетик взял. Новый. Баночку купил. А-а-а. Ну что, все здесь? Поехали дальше, Лёх, залезай. Быстрей, тут сейчас собьют тебя. Это мороженого взять. Или что? Или как оно растает, да, пока мы будем стоять там? Как-то надо, кстати. Ну давай тогда, может, сначала это пока купим? Пока мы здесь, оно ж не должно так прям. Ну не знаю. Может, сначала будем есть еще? Давай сначала поедим, потом за мороженым кто-нибудь сходит. Сейчас можно просто какое-то выбрать.
Так, вот это не синтуки случаем. А, заповедник городовой какой-то. Ну тут да, по 100 рублей мороженое. В Ярче, в Ржеве можно на 100 рублей 3 штуки купить. Тут одно. Он по 132, по 140. Сто 160, 170. А? Там осин зак... Да, ну ладно. Белорусский пломбир, даже по-белорусски написано. Мне, конечно, надо обычный стаканчик брать и... Знаете, обычный стаканчик мне потом возьмешь? Обычный стаканчик потом возьмешь мне? Это здесь чуть дорого что-то. Олег, что-нибудь там выберешь. Все здесь? Да, да. Как-то меня обзывали-то это, в комментариях зануда или как? Что-то там было с деньгами связано. Мелочь. Вот, мелочному это самое не устраивает мелочного цены. Смотри, что он там берет. Смотри, Лех, мам, мама, надо как-то что-то сделать. Что это такое? А, это, Лех, жвачка. Пойдем что-нибудь другое выберем. Пойдем сюда. Жвачка нам не пойдет. Так, давай сюда пока положим. Давай вот такую. Такую, такую. Это тоже все жвачки, это не надо тебе. Чё? Не, не надо это нам. Давай что-нибудь другое. Сейчас будем покупать уже. Сейчас купим. А, сейчас, Лёх. Так, карту. Да? Что, скинулся энергетик-то? Или отнести его? А, вот, ну вот, хотя бы так. Сейчас напишут, жена мелочная теперь. Что, списать тут нету? Тридцать пять. 2400.
Вот вторая касса освободится. Вторая, смотри, встреча. Идет встреча. Вот сейчас встретила. Порвется пакетик, я чувствую. Туда больше не Настя. Ворвется пакетик сейчас этот. Сейчас будем покупать уже, Лёх. Кого? Штуку? Сейчас отъедем, Лёх. Тебе её дам. Советских возьмёшь, Настя, нам? Ну, мне, чтоб на раз поесть с макаронами штучки 3. И так. Ну, что цена вообще? А? Сейчас. А, сейчас? Ну, вообще шницель. Если шницеля не будет, то советскую котлету тогда. Угу. Да, и этот, как они, сосиской-то. О, там есть шницели. Так, на. Пойдем пока к маме подойдем. Или не пойдешь? Ну, шницели, что? Давай нам сейчас, тоже. Лехи, мне сейчас. Штук 10, да, нам тоже котлет возьмем? А, ну давай. Шницели, давай, 4, да, тогда? Лехи, сейчас, потом еще один. Хлеба надо, колбаса надо? Да, наверное, нет, но там колбаса. Ну да. Короче, нам надо... 10 советских, 4 шницеля. Так, сейчас еще. Колбаску шашлычную сейчас мне еще возьмем. Все, напомнишь? Стараюсь. Это не точно. Два батона колбасного хлеба, который обычный, простой. Целых? Да, два целых. Все? Нет, еще. Еще сейчас много будет. Не слезть? Давай, помогу. Опа. Молодец. Что, живот тебе что скорчился, да, по плечу? Приглашайся.
еще будет 4 шницеля и 2 колбасные, ой, шашлычные колбаски. 4. 4 шницеля и 2 шашлычные. Да, да. И 2 шашлычные. Карты наличные? По карте. Они будут вместе со шницелями. Хорошо. Говорите. Хочу прочиться. Спасибо. Спасибо. Боишься? Лес? Ну что там, сколько вышло? Как бы нам тут не подавить все. Мы потом в машине вот это разберем. Поехали. А, с этой тележкой нельзя выезжать. Олега сейчас ты увидела? Нет. Веселого? Нет. Вышло вот. 3 756. Итого? Я даже не помню, сколько там было. 1006, наверное, да? В итоге. Так, надо как-то нам... Это все донести, это нельзя вывозить туда. Ну давай, сейчас понесу тоже. Да. Да, посмотри, пока трактор. Так, это наш. Да, это наш. Это тоже наш. Здесь надо будет сейчас достать, попить машину. Так, ага. Пока сюда. Значит, их сюда хлеб колбасный. Ой, это не хлеб. Хлеб. Долго сегодня, да? Сколько у нас вообще время-то? То, может, мы опаздываем? А? 15:28. Нет, мы не опаздываем. У нас еще есть полтора часа. Что за мороженым идти? Так. Сейчас. Тут шницели и колбаски, 4 этих шницеля. Ты сколько будешь есть сейчас? Один? Я шницель один и колбаску. А котлеты уж как-нибудь потом. Так, на релях не сломай. Сколько штук? 4, 5. Лех, сейчас не надо, сломаешь. А, значит здесь 11. Она может взорваться. Значит, здесь, наверное, 11. Ну-ка, а им надо 12. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ага, значит, там сюда одно доложить. Это их пакет. Остальное все наше, вот это. Оба. Машин мало сегодня, что-то. Пойдем кушать, Леш. Пойдем котлетку кушать. Да, жарко, конечно. Угу. Пипец. Я, кстати, забыла окно закрыть, он так и был открыт. Ты даешь, конечно. Что ты от меня хочешь, мне? Помните, мне вообще скоро не останется. Ни грамма. Так, салфетки надо, да? Давай свои-то достану, чтобы там не лазить. Все время в глобусе всех встречаем со живо, да? Я никого не видел. А? Я никого не видел. Как будто глобус это место или что? Салфетку тебе. Место центра Твери. Так, вот тебе салфеточку, сейчас будешь натирать. Обязательно заходит. Вот и каждый сидел. Да. А, ты пока не вытирай, а пускай лежит. Мама. Да, куда бы я положу, чтобы мне тут? Блин, не знаю. Я ладно, вот так положим. Так, ну а это уже надо от солнца убрать. О! Огурцы есть еще. Как ему дать шницы? Видно, на каком пакете? Вот Лёхина любимая котлетка. Если она вот так вот ей.
О, держи в пакетике, чтобы руки не пачкать. Котлетка. Вот опять 130 секунд ждать. Так, уезжаем мы с глобуса, мороженое купим в Старице. Время у нас... Давай, кушай. Без 15:04. Ты котлетку доел? Сейчас у нас в запасе. А? Как раз Старица. Съел? А где она? Кто? Котлетку он не доел, сказал. А где котлетка-то твоя? Еще и прикрыл, блин. Будешь еще? Потом возьмешь. Ягодки кушать, что не ешь. Не погрызь чуть. Будешь? Нет. Невозможно вообще. Че? Жара. Да, красный кислее, чем белый. Ой, камера села. 100%. 27. Даже его хватит. Красную поем. Ему она кислая. Интересно, я в поликлинике-то сумкой был или без? Не знаю. А то у меня микрофон на сумке был. Не знаю. Нет, сумка, наверное, потому что я вставал палку. Так, заехали в Старицу мы. Время у нас без 25. Выздоровела, да, наверное. Да, выздоровела. Наверное. Опа. Ты мама говорила, что она выздоровела. Так, давай. Алло, ты не в Старице? Мы сегодня начали на работу, ну, потому что через 2 часа. Зефир будет дешевый. А какой там тебе? Белый. 200 белый. За килограмм? Да, 220 рублей да, килограмм. Да. 219. Ага. Сколько? Да, да. А, возьми 4 штучки, 4 ваточка. Ага. Стой, Лёх, стой. Подожди, Лёх. А есть? Белый, ага. Чисто. Ага. Наверное, с той стороны. Ага. Классно. Да, надо это как-то убирать. Она вся липкая. Да? Да тут машину облили компотом. С той стороны смотреть. Кого облили? Машину компотом облили.
машину? Да. Ну ладно, пусть. Не трогай, Лёх, не трогай, липкая, грязная. Ну, давай, пока. Давай, пока. Сейчас пойдем. Пойдем. Давай, оденем кофту, стой, стой. А я хочу на нем покататься. Давай. Хотел. Я покатаюсь. Даже ты возьмешь туда и влезешь. Давай. Вязай. Нажимай. Муха кусается, как слепень. Я думаю, что он такой. Вот это цена. Смотри, уголь сколько стоит. А? 800 рублей уголь, почти 1000. Мы еще, Леш, не вылезаем, еще не приехали. Пока не вылезай. Не вылезай пока. Ну что, сходи? Писать он не захотел, сказал, хочет скакать. Ну что он? Я сказал, потерпи немножко, сейчас отъедем в лес. Чего ты? Писать? Ты же сказал, не хочешь, Леш. Так и буду бегать с тобой. Я. Все, пошли туда. То Леша скоро не дойти. Я ничего не слышу тут. Крепится. Ходи сюда. Пойдем. Разберитесь, ну никак. Пойдем. Да. Пойдем, пойдем. Давай снимаем кофту. Пойдем. Пойдем там пописываем. Горячая машина? Вылезай. Да. Машина, конечно, горячая. Не будешь кушать? Не будешь, не хочешь? Садись. А кто что будет есть-то? Смотри, какое вкусное-то, а? Я так бойла. Холодное. Да нечаянно, я же тебе говорю. Я же тебе сказала нечаянно, господи. То я не знаю, что я там вроде ничего не делаю. Зачем тебе планшет, Лёш? На. Ты ему два одинаковых, что ли, взял? Да. Я же ему другой брала. Ну, оно какое-то ты дела, не знаю, там одна химия. Даже не читала. Ну что? А? И что? Ну, так уж это взять. Наверное, чем с химией. Так, Лёха у нас спит. Ну, только покупали вчера пиццу. Муха была в пакете. Так, мы, в общем-то, приехали. Микрофоны сели. Время у нас 17:48. Да, выставляешь? Чё? Да. Оставлю там. Ну, сколько тяжелее.
Там я наложил, говорю. Чего ты наложил? Что, то, что там валялось, я все раскидал по пакетам, куда смог. Тут вроде не понимаешь. Вот что купили попить. Это мы с собой брали пустая уже. На камеру 9%. Это тоже с собой огурцы брали. Чипсы с чем? С помидорами. Вот у нас есть. Сколько они стоили? 60, да? 60 стоили. По 100 рублей получается. По 100 рублей эта штука, да? Настал 200 за яйца. А, значит, за десяток 50 рублей. Ну тут в упаковке их 20 штук. Раз, два, три, четыре, пять. Ну да. Так, котлетка легкая недоеденная. Вот у нас куропатки. Здесь. Без голов. Там есть-то нечего. Да, ну, по 200 там грамм. Да, а как мы это будем хавать? Ну. Главное, что они не протухли, а то... Такая температура была в машине. Так, сосиски. Тут у нас на 428 рублей. Тут котлеты еще не целевые. Тут у нас набор котлет, которые Леха любит, шницели точнее. И котлеты советские. Вкусные. Такой пакетик. Еще чипсы какие-то. Энергетик новый. Кокос, манго. Мои любимые бичи с сыром. Вот такие к чаю штуки. Это у нас пышечки заварные с хреновой сгущенкой. Вот такие вот рулет мини с маком. Такое печенье я люблю. 353 за килограмм. Вот эти рулеты 460 за килограмм. Вот эти у нас 388 за килограмм. Вот такие вот слойки с маком. Впервые такие вижу. Готовишь с маком? 400 за килограмм. Хлеб кукурузный. Печенье такое тоже я люблю. Оно у нас 400 за килограмм. Так, не, я же говорю, там скидывал. Смотреть придется. Вот такие вот помпушки. Новый энергетик с ковой. Интересный. Так, а почему? А, вот это другие, да? Да. Курабье. Попить еще. Взяли, но не использовали. Ну и остальное там бабина. То, что она заказывала. Тут у меня тоже целый пакет. Даже целых два пакета. Надо пока это в холодильник куда-то или куда. Ну что, выходим? Порядок положил, Лехи? Ну ладно. Попить? Баба там всегда даст попить. Чем будешь с бабой ночевать, да? Так, а ты ему для носа там положил, все? Да. Потом напишешь мне или бабе, что делать? Угу. Ну, может, завтра в аптеку заеду. Или, или заказать. Смотри, как хочешь. Может, я сейчас а покажу. Сколько там примерно будет стоить в аптеке все это? Не знаю, сейчас пороюсь, я сфоткаю, да, пороюсь, закажу, может. Смотри, у нас там на карте не особо много. Ну, а надо же его лечить. Нос ему, по крайней мере, эти капли надо покупать, лечить. Ну, а если они стоят 10 тысяч? Не 10. Сейчас мы его проводим и поедем в дом. Ой. В гараж пойдешь и все будешь делать там. Наверное. Это, давай. Да. Ну, не можно быть на лагатик.
челик. С водкой сидит за пивоном. Все как надо. Еще молодой сидит уже. Самый последний. Может, наркоман еще набал. Как самый последний алкаш. Сам расстегнешь, а мы еще дальше поем. Не надо расстегивать лишь пока. Мы продегустируем новый энергетик. Даже это не могу собрать. Сейчас поедем в дом. Налег вообще. Он уже не может. Мой пальцы на него показывает. Сейчас пойду, Леш. Ребята. Ну что, асфальт? Сейчас трубку вынут и пойдем дальше. Папа. Тут трубка. Телефон. Что, телефон? Ой, господи. Асфальт не холодный сейчас. Ничего не повернул. Вот, папа. А, у меня еще фары горят. Давай не выкатить. Ну как? У него есть выкатить свая. Это так, тут и лежит. Да, спит. Да, там тут спит. Да, он уже не может встать, видишь. Надо, кстати, нашим сказать, пускай запаковывают. Нельзя валять. Им же надо план делать. Возить. Папа, нельзя валять. Они там как раз где-то стоят. Дверь открыта. Мама, подними. Пускай пакуют. Так, Лёш, пока. Пока. Я скажу, не знаю, будут они паковать, но... Поехали. Да, сейчас поедем. Может, запакуют, сейчас посмотрим. Полицейские, может, сейчас к нему легко подойдут. Будут его арестовывать сейчас. Будем смотреть? Да. Сейчас мама вызовет полицейских. Мама, он мне там надо издавать дядю. А? Дядю издавать. Арестуют сейчас дядю, да. Отведут его братишку у тебя. Или не прям пошел. Вот полицейский. Видишь, полицейский пошел, да. Я буду приставать, а ты сейчас. Сейчас, может, арестуют. Сейчас он подкрепление вызовет, как в GTA твои. Да, сейчас полиция приедет, машина, вертолет прилетит и будут его арестовывать. Ну, мы с тобой поедем к бабе, да, Лех? Чего? Да, они долго будут его арестовывать. Там пока приедут. Облила всю машину компотом лёгким.
Пока. Где мокрое, там не вставай, понял? Иди туда. Все, у нас тихо пойдет. Кошку полей, Лех, вон. Муську, ну-ка, на муську направь. Кошку полей, давай, поливай. На муську. Вот так вот. Убежал. Шипят, смотри, Лех. Они шипят. Главное, чтоб не лопнули сейчас. Ну, тебе не надо туда поливать. Поливай, Клад, мне. Нагрелись, что поливай. Пипец. Или, нагрелись, говорю, за сегодня. Хотя она уже стояла, сколько машин лет. Там уже, да, поливаешь? Сейчас. Ну, вот тут интересно. Травку поливать, да, Леш? Как так могло произойти, что шланг оказался там? Давай, проходи. Давай. Конец-таки.